Всем привет, с вами Вангай. Я продолжаю снимать карьеру за тренера, карьеру за АИК. И это финал European International Cup, то есть предсезонки, предсезонного турнира. Мы выходим с клубом тоже, которая из Швеции. Я не знаю, что я сейчас сказал. Ладно, клуб тоже он из шведский, клуб тоже шведский. Ну и наш клуб тоже шведский. Показывают футболистов. Все, погнали. Если мы выиграем, то нам дадут немало денег. А деньги нам нужны. Не знаю для чего, для трансферов, которых я не буду делать. Ну, я не знаю, куплю еще пару игроков себе. Так. Туда на фланг. Силва. О! Нет, все-таки гол. Нет, нет, нет. Это офсайд. Это офсайд. Флажочком машет судья. В принципе, уже опасно так было. Теперь осталось только привести эти атаки к голу. Так. Все. Неточный пас. Сразу же в атаку. Ой-ой-ой. Очень даже легко мы проходим футболистов Мальмо. Вау, вау. Ай, нет. Ударил по защитнику. Ай, не получается. Не получается у нас забрать. И опять-таки неточный пас. И аут пользу нас, и у нас тоже не точный пас. Ну, как всегда. По старинке. Неточные пасы, как мы любим. Ой. Ой-ой-ой. Ногой все-таки зацепился и смог перенаправить мяч, но нет. Вау. Надеюсь, офсайда не было. Силва, 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 Силва. Ой, ой, ужасный удар просто был. Ужасный. 26-я минута. И пока что ничего. Пока что не получается. Не получается у нас привести все наши атаки к голу. Гол. Голам. Ой. Нет, не получилось. Не получилось оттеснить его своим корпусом. Ой. Нет, нет. Опять-таки неточный пас. Вау! Какая красота! Вы видите это, да? На фанатов. Посмотрите, они делают мексиканскую волну. Вроде это так называется. Ну или просто волну. И это, походу, новая фишка в FIFA 19. Потому что в FIFA 18, ну или в FIFA 17 я не видел такое. Нет, это был офсайд. Нет, не было офсайда. Гол. В пользу нас. Наконец-таки гол. На 37-й минуте Эльоно Си, наш бомбардир, забивает. Наш главный забивака. Ой,
Опять неточный пас. Вот так, легко забираем. Ну и опять-таки после отбора неточный пас. Всегда. Да что такое? Паулиньо. Парашютик. Ай-яй-яй, выше ворот. Ну, частично я виноват. Да. Ну, просто он слишком далеко мяч отпустил и, ну, только парашютиком мог бы решить. Но надо было немножко слабее ударить. Так. 1-0. Пользу нас. И продолжаем дальше. А, играем даже мы, кстати, я вот только заметил, на Йохан Кройф Арена. Первый раз слышу. Не, вроде слышал, но не знаю где. Наверное, этот стадион находится в Нидерландах. Йохан Кройф, если возможно. Может быть и нет. Кто там по флангу? Ларсен. Вау, борется за мяч. Я только заметил то, что у Ларсена очень даже неплохая скорость. Паулиньо отдает пас на Элиону Си. Элиону Си. Ай, зачем он так? Я хотел на Паулиньо отдать, но там он назвал. Он отдал пас слишком назад и... Блин. Да блин. Получается вот выбить у соперника мячик. Но все же. И вот слева на верхнем углу, в левом верхнем углу, показывается Хименес, который пришел в Челси. Ну это опять-таки фифашные трансферы. Очень безбашенный. Ой-ой-ой. Что ж, зачем так падать? Это вроде был Паулиньо. Оп! Да, забираем. Паулиньо. Ай, не проходит пас. А нет, все-таки это, оказывается, отскочил от ноги соперника. Ой-ой-ой. Мяч улетел в трибуны болельщикам. Или уноси на Паулиньо. Нет, не удается Паулиньо пройти. А вот так вот. Забираем. Ай, зачем так прямо в ноги? Ну, они очень долго размахиваются, чтобы ударить или дать пас. Вау! Или уноси! Да, да, надо было бить. Надо было бить! Нет, опять у нас шансы, шансы. Но мы их просираем. Паулиньо. Элиону Си. Опять. Нет, я думал, будет угловой, но нет. Так, так, так. Есть наш. Даже несколько, но нет. Проигрывает мяч и сразу после прыжка падает. Ой-ой-ой, по флангу опасная атака. Навес. Не удается забрать, не удается. Все. Опять. Ну, я это просто выносил, конечно, из штрафной.
Так, отлично. Силва, уставший, уставший Силва. Или он оси. Забивает дубль. Делает дубль и... Все. Вряд ли Мальмё сделает камбэк за 2 минуты. Поздравляю с победой, с первым нашим трофеем. Он, конечно, не такой важный, но все же, трофей же. За это дают нам деньги. Ой-ой-ой, мы были близки к еще одному голу, но нет. Опять это был на ударе Элиону Си. И у нас было всего лишь 5 ударов, а у соперника один. Да. Круто. Все. Поздравляю вас, поздравляю меня, поздравляю футболистов. АИК выигрывает трофей. Первый свой трофей на моем канале. Вот, собственно, вручение. Давайте посмотрим. Силва. Так, кто у нас капитан? Это вроде защитник. Ларсон, что ли? Или нет? Ну вот и, собственно, фоточка на память. АИК выигран европейский предсезонный турнир. Ну ладно, европейский национальный кубок. Поздравляю, поздравляю, да. И игроком матча становится не Элиону Си, а Силва. И вот International Cup. Выиграли его. Вот. Призовой фонд турнира. Состязание International Cup. Прибавка к трансферному бюджету 1 миллион 200 тысяч евро. Все, поздравляем, нас поздравляют. И давайте посмотрим, что у нас за следующая игра. Так. Давайте сюда наших игроков. И давайте вот посмотрим сезон. Наша первая игра будет... Оу, 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 оу. Это, походу, суперкубок Швеции, и будем играть Сандсвалл. Как-то так. Ну и потом начнется все с премьера. Премьер-лига. Ну и давайте вот сыграем, конечно же, обязательно. И нам прислал отчет скаут. Линдквист, Линдквист. Кто это такой? Да. Но если я его не знаю, значит он не играет в составе. Да, это наш ЛФЗшник. Его можно продавать, потому что он нам не нужен. Вообще не нужен он нам. Вот, Линквист. Принять предложение. За 660. Пойдет.
Многого нам не надо. Перемотаем, перемотаем. Опять скаут. Давайте потом посмотрим. И, собственно, мы уже близки к нашему суперкубку. Я так полагаю, суперкубок. Ну, если вы не знаете, что это за кубок, как и я, то прогуглите. Обязательно прогуглите хозяева. Вот так. Ну, все. В принципе, все. Второй кубок за серию. Обязательно ставьте лайк за сразу два кубка в серии. Ну, если мы, конечно, выиграем этот кубок, но хотя бы за два финала лайк поставьте. Обязательно подписывайтесь на канал. И пишите комментарии, что вам будет интересно смотреть на канале. Может быть, какие-нибудь предложения. Если вам не нравится FIFA, конечно. Обязательно пишите. Я буду играть все, что вы захотите. Ну, как все. Нормальное предложение, короче. Но игры я только смогу сыграть, которые, естественно, на PlayStation 4 и на телефоне. На телефоне вряд ли я буду снимать что-нибудь, потому что, ну, на телефоне это как-то уже не очень. А, стоп, 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 стоп. Так это просто кубок по ходу Швеции. И мы сейчас находимся в группе. Да, это не финал. Я подумал то, что это финал просто в начале сезона. Даже еще не началась премьер-лига. Ну или как это называется? Ну, лига, короче. И уже сразу же кубок. Обычно так не делают. Но по ходу Швеции все по-другому. Ой. Не проходит пас. Ой, опять мимо. Элион Оси. Паулиньо. Один на один. Опять этот парашютик. Я думаю, я зря ударил. Я зря ударил парашютиком. Это моя вина. Извините. Ой-ой-ой. Неточный пас от Элиона Си. Вносится мяч. Зря я дал ему. Оп, забираем с трудом мяч. Но опять. Ну что, зачем ты сра... Странное вообще поведение игроков. Сначала они бегут к мячу и потом резко разворачиваются и убегают от мяча. Ой-ой-ой. Страшно стало. Не можем мы зацепиться за мяч. Не можем его отобрать. Ну вот опять. Все, наконец-то. Ой-ой-ой, нет, не удается. Не удается убежать Паулиньо. Эриксон. Плохая идея была давать верхом пас. Верхом, я думаю, давать пас, если, например,
Вот, типа в таких случаях, да. Ой-ой-ой, Силва. Не удалось, и это был штраф. Элиона Си на Паулиньо. Нет, нет, нет. Ох. Передача у нас 69%. У соперника больше процент передач. Не удается у нас забрать мяч. Нет, вот удалось. Паулинья, ну-ка, если отсюда. Вау! Вау! Нет, все, я понял. Паулинью больше не выводим один на один. Просто будем ударять за штрафной, за пределами штрафной. Ну или там, я не знаю, сдалека, короче. Очень красивый гол забил Паулинью. Это первый гол Кроун. А, стоп. Как этот? Короче, Кубки Швеции. Так, штраф. Штраф, штраф опять. Владение у соперника 60%. Ну да, это видно и так, что у соперника владение больше. Нет, ужасный удар. И надеюсь, да, это. Си-си, судья, первый тайм закончен. Счет 1-0 в пользу АИКа. Ну и погнали, второй тайм. Лиону Си на Паулиньо. Паулиньо. Ой, хотел еще раз ударить, но нет. Слишком слабо я ударил, но летел в створ. Ой-ой-ой! По флангу идет атака соперника. И она прерывается неточным пасом. Паулиньо! Паулиньо! Ай-яй-яй! Нет, я опять ударил слабо. Почему-то не видно Элиону Си сегодня. Какой-то он сегодня незаметный. И в основном больше вот опять Паулиньо. И опять ланшотик от Паулиньо. И Паулиньо делает дубль. Подбегает к фанатам. Да. Отлично. На 57-й забиваем второй гол. Опять-таки Паулиньо. Да, как я и говорил, то, что его сегодня больше видно, чем Элиону Си. Элиону Си, вот я... Нет, нет. К сожалению, пас не прошел. Элиону Си. Что-то у него сегодня не складывается как-то. Точно, не точно. Соперник тоже ошибается. И Паулиньо заряжай. Нет, нет, нет. Ну, не знаю, но мог их сходить за хэтриком, конечно. Можно, можно сходить за хэтриком. Вот она, шанс. Вот он. Интересно, как... Нет, или у нас не очень. Удары за штрафной.
Леон Месси лучше выходить один на один, ну или бить в штрафной. Силва, Ларсон, Паулиньо. Хэт-трик. Паулиньо оформляет хэт-трик. Ну, герой этого матча. Поздравляю его. Ну и будем надеяться, что он будет так забивать каждый матч. И, конечно, некоторые матчи шведской лиги я буду пропускать. Например, матчи вот с андердогами. В смысле, с аутсайдерами, короче. Буду я их пропускать, ну, потому что они вряд ли будут интересны и вряд ли они нам покажут свою мощность. Буду вот, например, играть с игроками, ой, с клубами, которые находятся на первой строчке, на второй, на третьей и так далее. Буду я это играть за кадром. Ну, неинтересные матчи. Потому что вряд ли вам будет смотреть. Будет интересно смотреть эти матчи. Если мы их будем выносить там 7-0, 5-0. А Ик, по идее, он вроде чемпион Швеции, так что мы будем легко выносить их. Я даже не сомневаюсь. Ну вот, например, будем играть, я точно знаю, с Мельбо, которые могут нам дать отпор. Сделать так, чтобы мы проиграли. Ну, больше я клубов не знаю в Швеции. Оу, Паулиньо! А ну-ка, покер! Нет? Нет. Нет. Покер вряд ли. Хотя мяч еще остается у нас. Паулиньо. Ну, отличный дебютный матч Паулиньо выдался в шведском кубке. Кубке Швеции. То есть, вот Паулиньо дает мяч. Чемпионата мира 2018 года и официально признан лучшим игроком матча. Мальмо проигрывает Кальмару какому-то. Да, интересно. Очень даже интересно. Ну и с вами я попрощаюсь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Вангай. Всем удачи и всем пока. Ждите скоро новые видео.